здравствуйте! В эфире программа «Арт-код». Шифр для вас буду подбирать я, Анна Руда. Авантюрный сюжет, сочный язык, гротескно-карикатурное изображение персонажей – все вышесказанное относится к творчеству русского писателя Бориса Шергина. Именно по его «Северной скоморошине» главный режиссер Гродненского театра «Кукол» поставил новый спектакль. Код к премьере подберем в нашем первом сюжете. По золоту сбил, ах, по золоту сгубил, ах, пропала вся краса. О своей любви к поморскому творчеству Бориса Шергина Олег Олегович Жюкжда говорил не раз. В репертуаре театра есть уже один спектакль по произведению этого автора «Золотое кольцо». Премьера этой весны готовилась специально к юбилею гродненского актера Василия Поработяка. Нужна была такая вот авторская интонация, поскольку все-таки это спектакль делается как такой бенефис Василия Николаевича. Вот. И вот умение работать вот в качестве рассказчика, переключаться вот на разных персонажей, на менять жанры, менять прилагаемые условия. Ну, конечно, это очень серьезная такая актерская работа и дает возможность актеру себя именно проявить в должной мере. И Василию Николаевичу удалось не просто проявить свой незаурядный талант. Ему удалось передать острую сатиру, весь колорит севера, а главное – умело воспроизвести необычный поморский говор, где каждое слово подобно жемчужине. Царь! Ночью! Задали, да, работали! Домой пробрался, до той поры и закрыл. А, капитанка! Капитанка на тройке за границу укатил. И там поживал, руки в карманах ходит, посвистывал. Вот самое сложное, сложно было выучить этот текст, потому что он своеобразный. Но при этом я этот текст должен в его колористике донести до зрителя, разложить это все на движение и на куклы. Причем, наверное, героев 6 у нас в спектакле, которых я озвучиваю. И каждому нужно находить какую-то голосовую характеристику. И все это нужно делать быстро, не тянуть. Вот это самое сложное. Сюжет спектакля разворачивается стремительно. Зрителя приглашают посидеть за столом, где все персонажи выполнены из того, что попалось под руку художника у театра Ларисе Поработяк. А именно, попалась ей кухонная утварь. Главные герои – царь и простой мужичок Капитошка. Они росли вместе и жили не тужили, пока Капитошка не стал пренебрегать законом субординации. Негодование царя не знало границ. Но и Капитон не промах. Обладая исконно русским качеством – смекалкой, он придумал способ отомстить царю, а именно позолотить лбы дамам его семейства. Адъютантам, покажи дорогу, найдите мне этого мужика. А я тут посижу, более весь расслаб, расспался. Справитесь с заданием, так им обзолочу. Во время действа мы видим на сцене еще одного энергично-молчаливого персонажа в исполнении Людмилы Павловской. Считается, что есть вот какой-то главный, а есть какой-то персонаж не то чтобы второстепенный, он тоже главный, но один рассказывает, другой слушает. Вот умение как бы слушать друг друга, вот как раз тут вот цепляться друг за друга, вот не только словами, не только языком, но еще и действием. Экспрессивная и харизматичная артистка признается, данная роль далась ей непросто. Мне было самое главное найти свое место, как бы не говорящее. И это даже интересно, потому что я человек очень эмоциональный, и у меня внутри я бы сыграла и тут, я бы и за царицу, я бы тоже все сыграла, я бы все. Особенно, когда берешь куклу, помогаешь, и вот тут сдержаться, то есть, чтобы не было на лице написано, что ты чувствуешь внутри, потому что идет отвлечение от куклы на меня, а играет Василий, он как бы озвучивает, он играет всех персонажей. И, конечно, мне такой прием нельзя брать на себя, потому что есть Василий, который озвучивает, и есть кукла. Когда он работает куклой, когда я работаю, и вот это борьба с самой собой.
Таков принцип работы главного режиссера Олега Олеговича Жюкжды. Он никогда не ставит простых целей перед своими артистами, а они признают за ним это право. Он главный режиссер. Да. Мы приехали из России сюда вообще. Все там было хорошо, но почему-то чего-то не хватало. А не хватало главного – работы с хорошим режиссером. Мы уже, скажем так, испорчены были в хорошем смысле творчеством Олега Жюкжды. Поэтому как только созвонились, как только он сказал, что я уже в Гродно, если хотите, мы поговорили с бывшим директором Александром Васильевичем Игнатенко и нас пригласили. Может показаться, что в сюжете спектакля «Золоченые лбы» нет ничего мифического и фантастического, как мы привыкли видеть в «Фаусте», «Демоне», «Пиковой даме» и других культовых постановках театра кукол. И все же это не так. Фантастический талант актеров и мистическая интуиция режиссера дают уверенность в том, что этот спектакль отлично впишется в репертуар Гродненского театра. Буквально несколько дней осталось у любителей фотоискусства, чтобы попасть на удивительную выставку мастеров из Белостока. 60-летний юбилей отмечает польское фотообщество, которое имеет давние партнерские связи с гродненскими творцами. Такий культурный обмен у першиню відбувається на безвізовій основі. Ну і вельми хочу підкреслити, що ці сувязі, які існують давно поміж сусідами, трансграничним поміжжям, вони дають і опыт, і вчаться неким новим методом у фотографії. Ми переймаємо ту методику, якою володують наші сябри, і вони щось у нас беруть. І це узбагачає і живе на користь цієї чудовної дами, якою ми всі служимо, мистецької фотографії. Марек Томашук занимается фотографией более 30 лет, имеет все звания и награды, которые только можно получить в этой сфере искусства. С особым трепетом занимается польский мастер художественной фотографией. Я фотографирую, используя нестандартную технику. Работы, которые я здесь показал, выполнены в так называемой технике подчернения. Я делаю то, чего человек не видит. Человеческий глаз не способен разглядеть подобный вид в природе, но я могу его показать в своей работе. Агнешка Пилецка в Гродно приезжает во второй раз. Впервые она посетила наш город, чтобы побывать на фотовыставке клуба «Гродно». А теперь приехала со своими работами. В отличие от своего земляка Марека Томашука, она увлекается социальной фотосъемкой. Тут представлены 4 мои работы. Это монохромные фотографии, которые были сделаны во время проекта «Освещение жизни женщин, живущих на приграничной территории между Сирией и Турции. И это очень трудная для меня тема. Женщины остались без мужей, они должны сами выживать. Мне достаточно трудно было попасть в эту среду и точно передать атмосферу, в которой живут эти женщины вместе со своими детьми. Это важная тема, потому как эти люди, несмотря на войну, не хотят уезжать со своей родной земли, не хотят эмигрировать в другие страны. Всего 26 польских фотографов показали свои работы в городском выставочном зале. А уже 25 апреля в Белостоке открылась ответная экспозиция гродненских фотомастеров. Город Белосток – это постоянный, главный, настоящий, надежный партнер гродненских художников, артистов. И с великим удовольствием хотел сказать, что такое вот его партнерство является чем-то главным в межкультурных контактах Польши и Беларуси. Это и фотографии, это и картины, это и другие виды артистических искусств. И хотелось бы, чтобы такого типа контакты развивались. Выставка польских фотографов – своеобразный фьюжн из стилей и жанров. Она не раскрывает одной темы, а рассказывает о самых разных проблемах общества, показывает удивительное восприятие красоты польских мастеров, вызывая у зрителя разные эмоции и ассоциации.
Читать неинтересную тебе книгу только потому, что отдал за нее большие деньги, глупо. А вот правильно инвестировать вас в свое образование научит наш книжный обозреватель Зинаида Крылова. Как у вас с английским? Свободный? Если есть что совершенствовать, то... Нет, не учебник, порекомендую вам сегодня. А книги Агаты Кристи? Я совершенно серьезно. Чтение ее романов в оригинале – один из действенных и проверенных способов учить английский язык. В наше время, да, в наши дни, он используется активно в университетах Великобритании. Попробуйте и вы. Не оригинал, но отличный перевод лучших романов королевы-детективы предложу вашему вниманию сегодня. Произведение Агаты Кристи – эталон жанра. В мире опубликовано и продано более 2 миллиардов экземпляров ее книг, что делает ее своего рода рекордсменкой литературной популярности. В этом смысле с ней могут соперничать, пожалуй, тиражи Библии и произведения Шекспира. А секрет такой востребованности, на мой взгляд, прост. Первое – это неординарный и захватывающий сюжет. Второе – любой человек, любой из списка Forbes или слесарь радиоволны, космонавт, балерина или учитель, принцесса настоящая или Иван, родства не помнящий, любой может опознать себя в героях ее книг. И третье – экономия на описаниях, скупость даже, я бы сказала, что позволяет включить наше с вами читательское воображение, и вот мы уже в нашем собственном детективе и не можем оторваться от книги. Читая романы Агаты Кристи, вполне допускаешь мысль о том, что как на соседней улице, так и, например, в Австралии такое вполне могло произойти. Ее книги универсальны. Для меня вот таким вот крючком привлекательности является тот факт, что для разгадки тайны в ее романах не требуется никакой технической экспертизы, лишь маленькие серые клеточки. И знаете, давайте не будем спорить, литература это детектив или нет, не стоит. Мы все хотя бы раз в жизни дочитали детектив. И мы будем продолжать делать это, потому что мы хотим быть причастными. Хотим играть в игру, предложенную автором. В конце концов, разгадать тайну. Вот в этом томе знаменитое расследование «Мисс Марпл» 4 самых известных романа Агаты Кристи. 4 знаменитых, 4 шанса эту самую тайну разгадать. Объявлено убийство в 4:50 с вокзала Паддингтон, зернышки в кармане и в трещинах зеркальный круг. Почитайте, проверьте свою проницательность. А мисс Марпл, ну, кто такая мисс Марпл? Я думаю, вы знаете. С виду старушка, божий одуванчик с вечным вязанием в руках. А на деле истинная леди с остальным характером и великолепным аналитическим умом. Вот как о ней говорит сама Агата Кристи. Не буду утверждать, что мисс Марпл – точный портрет моей бабушки, но у них много общего. И хотя моя была приветливым существом, она всегда жила в ожидании самого худшего от людей и событий. Характерно, что эти ее опасения со зловещей точностью чаще всего оправдывались. А все потому, что от любого человека можно ожидать чего угодно. Таково свойство человеческой натуры. Знаменитое расследование «Мисс Марпл» в одном томе. Почитайте. И минорный ноябрь вы просто не заметите. И, как всегда, напоследок цитата. Все интеллигентные люди, на которых она могла положиться, слишком заняты важной работой, а их свободное время обычно распланировано на много дней вперед. От несмышленых людей, у которых, как правило, времени достаточно, по мнению мисс Марпл, мало толку. Читайте и помните, слова создают миры.
До встречи. Мая на сцене драматического театра состоится спектакль «Как пришить старушку». Он поставлен по мотивам известной пьесы Джона Патрика «Дорогая Памела». Главная героиня пьесы – Памела, одинокая старушка со своими причудами. Ее муж погиб, дочь тоже. Свои дни она доживает в захламленном подвале огромного дома. От прошлой, довольно обеспеченной жизни у старушки ничего не осталось, кроме воспоминаний. Но Памела, по всей видимости, такое положение дел устраивает. У нее есть кот, с которым она без устали болтает и которого балуют. Пытаясь помочь любому, благодарная старушка пускает в свой дом трех мошенников. Двое мужчин и дама пытаются ограбить милую женщину, узнав о ее коллекции флаконов из-под духов. Но благородство Памелы не знает границ. Она не только без сожаления отдает свое имущество, но и предлагает проходимцам пожить у нее. Ловко провернув дело со страховкой Памелы на приличную сумму, аферисты решают побыстрее заполучить эти денежки. И для этого им необходимо избавиться от старушки. 6 мая на малой сцене драматического театра можно увидеть комедию «Рождение». В спектакле рассказаны истории нескольких беременных женщин, но в центре остается одна семья. Точнее, еще не семья, и, скорее всего, ею никогда не станет. 7 мая зрители драматического театра увидят спектакль «Свободная пара». Герой пьесы, инженер Мамберти, предлагает своей жене Антонии оживить наскучивший брак и сделать его свободным, без взаимных обязательств верности и любви. По его мнению, только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Жена все понимает и соглашается, причем с выгодой для себя. Дарио Фо превратил эту обыденную историю в искрометную комедию, переисполненную глубоким смыслом. Герои, наделенные тонким чувством юмора и самоиронии, вспоминают и проигрывают на публике свою многолетнюю семейную жизнь. Они невольно рассуждают о вечном, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по делу о супружеской неверности. Среди шуток и остроумных диалогов возникает вопрос, когда двое прожили вместе много лет, уходит ли любовь? И неужели измена – единственный способ окрасить семейную жизнь? 10 мая на сцене драматического театра состоится спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Написанная еще в 1868 году пьеса Островского актуальна и сегодня. Ведь тема молодых людей, пытающихся любыми средствами сделать карьеру, не стареет. Егор Дмитриевич Глумов – человек чертовски обаятельный и привлекательный. Он умеет расположить к себе и консерватора, и реформатора, и скучающую светскую львицу, и очаровательную юную особу. Обаяние Глумова столь велико, что за ним незаметны истинные мотивы его поступков. Окружающие не замечают, что он ищет выгоду лично для себя, чтобы уверенно подниматься по карьерной лестнице, окружать себя благами и нужными связями. Даже по прошествии более сотни лет с момента первой публикации пьесы мы с удивлением обнаруживаем, насколько она современна. Ведь времена меняются, но нравы остаются прежними. Возможности как восходы. Если ждать их слишком долго, можно и пропустить. Не упускайте возможности насладиться искусством. Шифр для вас подбирала Анна Руда. Увидимся ровно через неделю.